Сотрудники следственного изолятора получили информацию о том, что у подозреваемого, прибывшего из суда, есть запрещенные предметы. Задача офицеров – их найти. Стоит. Тихо. Кирочку снимаю. Вещи перед собой стоят. Помимо имя отчества. За колючую проволоку нельзя проносить мобильные телефоны, алкоголь, наркотические вещества. Но некоторые подозреваемые, осужденные попыток обхитрить сотрудников СИЗО не прекращают. Верхнюю одежду снимаю. Снимаю верхнюю одежду. Я нет. Для приведения в область. Надо сказать так. Один раз повторяю. Еще раз. Снимаю верхнюю одежду для приведения личного области. Я еще раз повторяю. Я снимать не буду, я надо сказать так. В том случае, когда сотрудник, вооруженный специальными приборами, ничего не находит, вызывают служебную собаку. Товарищ капитан, по данному ЗК есть подозрение на хранение запрещенных предметов. Металлообнаружитель не срабатывает. Внести 1-510. Кинологу с собакой. Кинолог Анна и немецкая овчарка по кличке Магнат в паре работают уже 5 лет. У Магната множество наград и сертификатов. Это самая титулованная ищейка в уголовно-исполнительной системе региона. Он находит любые наркотики, где бы они ни были спрятаны. В этом случае пес быстро обнаруживает пакетик с героином в манжете куртки обыскиваемого. Как мне сказали преподаватели в Архангельске, просто собака уникальная. Вот. И собака ищет на человеке то, чего у него быть не должно. То есть собака думает. Если она делает для тебя хорошо, она очень довольна. Ей все равно, что делать. То есть она может что-то принести, кого-то покусать, что-то найти. Ей без разницы, что лишь бы хозяин был рад. Конечно, сотрудники СИЗО разыграли перед нами сценку и вместо настоящего наркотика использовали специальный имитатор. Но с задачей пес справился безукоризненно. Проверить собачьи поисковые навыки нам предложили самим. Значит, для проверки правдивости навыков собаки прошу вас спрятать данный сверток. В машине, спецмашине. Хорошо. Магнату часто приходится искать запрещенные вещества в спецавтотранспорте. Хозяйка рассказывает, эту часть работы пес любит больше всего. Сверток мы убрали повыше, чтобы собаке было сложнее дотянуться. Пес относится к поиску как к игре. За находку он получает любимую игрушку, мячик или лакомство. Характер он по гороскопу телец. То есть он очень, да, он очень упрям. Да, 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 да. Ты мне рот закрываешь, да? То есть, ну, проверки постоянно идут, то есть маленькую слабинку дашь, ну, можем не работать, можем еще что-то. То есть постоянные дрессировки, тренировки. Наш независимый эксперимент в очередной раз доказал, ищейка отлично знает свою работу. Доброта собаки обманчива, Магнат всей душой не любит заключенных и может агрессивно реагировать, если его провоцируют. Крупный кобель вызывает у осужденных приступ паники. Собака весом 50 килограммов производит сильный психологический эффект. Пускают позади строя собаку. Вот. И это психологически очень страшно. То есть на собаке нет намордника, собака работает без поводка. И, как правило, так люди, которые виноваты или просто панически боятся, они покрываются такими достаточно крупными каплями пота. Чаще всего кинолог с собакой работают здесь. Обыскивают сумки с едой, которую близкие друзья передают за решетку. Сим-карты ищут сотрудники СИЗО. Запрещенные вещества – собака. Когда находит, подает знак. Ищи, нюхай. Покажи, где. В этот раз наркотики оказались в сигаретах, хотя могут где угодно. Офицеры рассказывают, однажды запрещенные вещества нашли в сливе. Так в изобретательности упражняются родственники осужденных. Они сами и вовсе демонстрируют чудеса хитрости. В основном заключенные прячут мобильные телефоны в обуви, но бывают и другие ухищрения. В начале 2014 года был выявлен факт провоза заключенным спиртосодержащие жидкости водки. Значит, в пакет было налито 1 литр водки, и пакет он проглотил и привязал к зубу. Отвлечь Магната от поиска нельзя ни колбасой, ни другими вкусностями. Кажется, пес понимает, на работе его задача помогать офицерам бороться с преступлениями. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.